Товарищи, сегодня у нас в университете рабочих корреспондентов очередная лекция «Финансовая система империализма». Лектор, кандидат экономических наук, ректор нашего университета Виктор Иванович Горко. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Значит, еще раз, тема сегодняшнего занятия – финансовая система империализма. Ну, термин «финансы», наверное, у всех на слуху. По телевидению, и по радио, и в интернете, и в газетах. Очень популярная тема. Говорят о государственных финансах, пишут о финансах предприятия. Иногда говорят о личных финансах. Очень популярна поговорка «Финансы поют романс». Давайте разбираться. Значит, в широком понимании смысла этого слова под финансами понимается денежные ресурсы и их движение. Вообще экономика, в экономике есть четыре сферы. Это сфера производства, сфера обращения, сфера распределения и сфера потребления. Ну, две последние мы пока оставим в стороне. Сфера производства вроде как известная. Это вот стоят заводы, на этих заводах станки, рабочие трудятся, производят продукцию, товары. Вот сфера производства. Но затем, когда произвели товары, их нужно продать, реализовать. Вот это сфера обращения, товарного обращения. Но там, где продаются, покупаются товары, они покупаются на деньги. Также идет параллельно процесс денежного обращения. И вот вспомню, насколько важна эта сфера. Я вам напомню, что «Капитал Маркса», основное экономическое произведение марксизма, состоит из трех томов. Том первый называется «Процесс производства капитала». А второй том посвящен и называется «Процесс обращения капитала». То есть без обращения капитала полностью дать анализ и понять все это движение капитала нельзя. Ну вот, вспомни известную формулу, я написал. Промышленный капитал, но нам без теории не обойтись, поэтому немножко нужно потерпеть, что называется. Промышленный капитал совершает движение. Капитал – это движение самозарастающей стоимости, в процессе которого он меняет свои формы. В данном случае формула показывает движение денежного капитала. Вот появились у предприимчивого человека-предпринимателя денежки на руках. Он их превращает в капитал. Покупает на рынке товары, средства производства, рабочую силу. Организует производство. Вот. Многоточие означает, что идет процесс производства, результатом которого становится выпуск товаров каких-то. Эти товары, Т-штрих, он уже отличается от первого товара, поскольку в них уже включена прибавочная стоимость, созданная в процессе производства трудом наемных рабочих. Товары реализуются, получает деньги в штрих. Деньги плюс возврат авансированных денег и прибавочную стоимость. Вот мы можем начать с этой формулы, с товара. Можно начать с производства. Получится, что промышленный капитал в процессе производства меняет и постоянно переходит три формы. Это денежный капитал, товарный капитал и производительный капитал. Вот нас сегодня будет интересовать движение денежного капитала. То есть вот это обращение денег, их движение. Центральное место в сфере денежного обращения капитализма занимают банки. Тоже известное понятие, известный термин. У всех на слуху, у всех на виду. Об этом многие пишут, говорят и так далее. Но действительно, банки – это важная часть товарно-капиталистической экономики. Что они себе представляют? Я постараюсь максимально популярно, так сказать, излагать эти вещи. Но это такие капиталистические предприятия, которые аккумулируют, собирают, временно сохраняют свободные средства капиталистов, функционирующих вот, в сфере производства, и предоставляют им во временное пользование эти самые денежные ресурсы, кредиты, займы. Ну а первоначальная функция банков была – это проведение расчетов. С этого начинались банки. То есть по своей сути
роль банков, самая их основная функция – это обслуживать процесс производства. Вот через эти функции, через осуществление расчетов денежных, продавай товары, покупай, реализуемый, оплачивать заработную плату, осуществлять этот процесс и предоставлять функционирующим капиталистам кредиты, то есть денежные ресурсы на срок во временное пользование. Ну а движение, так сказать, денег у банков, банковского капитала, вот оно очень простое. Деньги, деньги, штрих. Если в сфере производства, вот мы видим, мы можем даже догадаться где-то, откуда получается вот это приращение, это прибавочная стоимость, это прибыль. Вроде как в сфере производства. И в первом томе Маркс раскрыл тайну производства прибавочной стоимости. То есть капитал всасывает прибавочный труд наемных рабочих, и это является источником прибавочной стоимости. То в сфере обращения, где господствуют банки, вот этого не видно. Чем оперируют банки? Денежными ресурсами. Пускают их в оборот, осуществляют какие-то расчеты, дают кредиты, и в итоге получают прибыль. Какой источник? Вообще ни в одном банке рабочих нету, ни одного рабочего, ну, за исключением тех, кто обслуживает технику и так далее. А прибыль получается. В чем здесь секрет? А в том, что промышленные капиталисты, то есть еще раз, основное положение марксизма, источником прибыли, прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, источник прибавочной стоимости – это труд, прибавочный труд наемных рабочих, который в силу закона стоимости, законов товарного производства, принадлежит капиталистам, он их присваивает безвозмездно. Так вот, промышленный, действующий, функционирующий капиталист вынужден делиться частью этой прибыли с торговыми капиталистами, потому что нужно реализовывать товар, и с денежными капиталистами, то есть банкирами. То есть в конечном итоге источником банковского процента, банковской прибыли является прибавочная стоимость, созданная в сфере производства. Ну, вот такое небольшое вступление, что касается в целом понятия финансов. Второе. Капитализм, как мы знаем, не стоит на месте. Это развивающийся организм. Он проходит в своем развитии определенной стадии. И как мы хорошо знаем, что на рубеже 19 и 20 веков капитализм перерос в стадию империализма. Или, иначе говоря, иное название – монополистического капитализма. И с тех пор весь мир капитализма, я не беру социалистические страны, социалистический лагерь, находится в этой стадии. Есть короткое определение империализма, данное Лениным в известной классической работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Это монополистический капитализм. То есть это та стадия капитализма, когда же не отдельные капиталисты в рамках свободной конкуренции конкурируют между собой, а когда на их место приходят огромные монополии. И этот процесс идет как в производстве, где образуются промышленные монополии, так и в сфере обращения, где из банков в ходе конкурентной борьбы образуются банковские монополии. Затем происходит сращивание или слияние банковских монополий с промышленными монополиями. Таким образом образуется финансовый капитал. И представители финансового капитала называются финансовые олигархи. Совершенно верно. У нас слово олигархия имеет такой оттенок очень плохой. Ну, есть основания. Но точное название финансовые олигархи – это представители финансового капитала. А финансовый капитал – это банковский капитал, сросшийся с промышленным капиталом. Да. Совершенно верно. Поэтому вывод очень простой. Сегодня центральное место, вот, если брать мир капитала, занимает финансовый капитал. Он господствует. Он диктует свою волю и все остальное. А в нем центральное место занимают банки. То есть банки начинали
как бы с посреднической функцией, с функцией обслуживания производства в сфере расчетов, предоставления кредитов. Но в силу того объективного, естественного развития капитализма, они приобретают решающую роль. Более того, и вот эта сфера обращения, где функционируют банки, она может обособляться и получать некое, так сказать, первенство над производством. Ну, давайте рассмотрим на примере. Да, и второе. Значит, финансовый капитал банки, прежде всего банковская система, она не ограничивается вот взаимоотношениями с капиталистами. Она, так сказать, обслуживает еще население. И там тоже происходят естественные процессы, о которых мы будем говорить. В двух разрезах. То есть по отношению, так сказать, к капиталу и к населению. Итак, какие вот методы или система господства финансового капитала на сегодня? Первое, самое простое и ясное – это вывоз капитала. Есть точное, строгое научное понятие вывоза капитала. Это вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной стоимости. Проще говоря, если капиталисты какой-то страны строят или покупают завод в другой стране, там производятся товары, соответственно, прибавочная стоимость, прибыль, это есть вывоз капитала. Почему капиталисты каких-то стран, это прежде всего империалистических, собственно империалистических стран, вывозят капиталы за рубеж? Ну, потому что внутри своей страны, во-первых, не хватает сфер применения, во-вторых, это более выгодно. Я приведу простые примеры. Вот в газете, которую издает Межрегиональный профсоюз работников автомобилестроения, публиковали данные о средней заработной плате, по часовой заработной плате на заводах General Motors. Эти заводы, это крупная монополия американская, международная. Ставки такие. Россия 7 часов, это было несколько лет назад. $7 в час. В Америке $25-28, в Европе, там Германия или Бельгия, $30. То есть вот такое соотношение. Это при том, что совершенно одинаковая технология производства машин, совершенно одинаковая техника, совершенно одинаковая требуется квалификация. Но уровень заработной платы в разы, как в России, меньше. И в таких странах, как Россия. Россия, кстати, в конце списка. А эти страны, пожалуйста, и Бразилия, и Колумбия, и каких только нет. То есть получается, что фирме General Motors американской, монополии, выгодно вывозить капитал, то есть строить заводы в других странах, и на этом получать так называемые сверхприбыли. Помимо обычной средней прибыли, сверхприбыли, образуя таким образом монопольную прибыль. Значит, с вывозом капитала нельзя путать вывод капитала. Это то явление, которое есть как бы во всем мире капиталистическом, но оно получило такое особое, я бы сказал, решающее значение в нашей России. Вывод капитала – это совсем другое явление. Это когда российские капиталисты вот на своих, на принадлежащих им предприятиях производят продукцию, так? Ее реализуют, получают прибыль, которая производится, повторяю, трудом российских наемных рабочих. И зачем эту прибыль они выводят в офшоры? Офшоры – это такие тихие гавани, где тебя не будут спрашивать, откуда у тебя получились деньги, где очень маленькие налоги. Это как в свои давние времена пираты грабили корабли, затем уводили свои корабли с награбленным в тихие гавани где-нибудь на Тортуге, на Ямайке, и там делили награбленное и готовились к новым набегам. Вот здесь получается приблизительно то же самое. То есть эти прибыль, а в эту прибыль выводимую, они включают не только прибавочную стоимость. Туда включается часть невыплаченной заработной платы рабочих российских предприятий и часть амортизационных отчислений.
Напоминаю, что амортизационное отчисление – это те денежные суммы, которые предназначены на восстановление основных фондов. То есть, чтобы начиналось производство, капиталист должен купить средства производства, то есть станки, оборудование, построить здание. Они служат много лет. Но по истечении срока службы, скажем, станки, может, там 5, 10, 12 лет, здания побольше, автомобили поменьше, капиталист должен накопить. То есть происходит износ этой техники. И вот есть такое экономическое явление, амортизация, перенос части стоимости на готовый продукт. Продукция реализуется, и часть средств от реализации капиталист должен отложить в амортизационный фонд и накапливать, чтобы через положенное количество лет купить новую технику, которая износилась. Так вот, у нас массовое явление, когда часть этих амортизационных отчислений тоже уходит вместе с прибылью в офшоры. То есть, получается, это не вывоз капитала, а вывод капитала. То есть, вместо того, чтобы развивать производство здесь внутри страны, капитал выводится за рубеж. Масштабы колоссальные. Я встречал разные цифры, колебания такие. За 25 лет расцвета капитализма в нашей стране от 1 триллиона долларов до 2 триллионов долларов. Это денежные средства, выведенные в офшоры. Сумма громадная. Можем умножить на курс доллара около 60 рублей. Получается несколько годовых бюджетов Российской Федерации. Дальше. Использование в международных расчетах, в расчетах между государствами, между компаниями, капиталистами разных государств, так называемых мировых валют. В ходе развития капитализма, вот, особенно империализма, сложилось таким образом, что крупнейшие империалистические державы, на сегодня это самая крупная, Соединенные Штаты Америки, и поменьше, Германия, Франция, в международных расчетах используются либо денежная единица, валюта в Соединенных Штатах Америки, доллар, в большей степени, либо евро. Остальные в меньшей степени, ну тоже фунты стерлинга, швейцарские франки, там японские иены и так далее. Ну даже денежная единица Китая, Китайской Народной Республики, юань. Что здесь происходит? Я приведу на примере. Возьмем отношения между Соединенными Штатами Америки и буржуазной Россией. Любая страна должна иметь резервы. Это понятное дело. На черный день, на всякий случай. Мало ли, произойдут какие-то стихийные бедствия. А для России это особо актуально, поскольку в ходе капитализации, капиталистической реставрации, вот огромный единый народохозяйственный комплекс, созданный трудом десятков миллионов людей, советских граждан, был разрушен. То есть, в целом брать СССР был самодостаточен. На сегодня Россия таковым не является. Ну, например, ядро промышленности – это что такое? Станкостроение. Оно было полностью практически разрушено. А как без станков производить? Невозможно. Что тогда делать? Станки надо покупать. Где покупать? Ну, в любой стране, в другой стране, где производят. На рубли их будет кто-то покупать? Нет. Хотя формально рубль является свободно конвертируемой валютой. Вот много об этом толдычили. Вот она является. Пожалуйста, можете пойти купить рубль, продать за доллары, за фунты стерлинга, за что угодно. Проблема в том, что он не особо нужен кому. Поэтому российское буржуазное, так сказать, государство, чтобы, или российским капиталистам, чтобы купить те же станки, нужны доллары. Как их купить? Пожалуйста, их можно купить. Но чтобы купить доллары, значит, соответственно, в Америку нужно продать реальные товары. То есть туда пошли товары, и газ, и нефть, там, и титан, и прочее, прочее. Оттуда пришли доллары. Доллары кто имитирует, кто выпускает? Америка. Чтобы выпустить доллары, что нужно сделать?
Грубо говоря, нажать на кнопочку и их напечатать. А сейчас и это не нужно, поскольку у нас расчеты идут безналичной формой. Дальше. Вот эти доллары, которые как бы Россия или российские капиталисты, или российское буржуазное государство получило, просто держать на счете, ну, как-то нехорошо. Они должны приносить хоть какой-то доход. Поэтому на эти доллары, вырученные за продажу в Америку российских товаров, покупаются облигации, государственные облигации Соединенных Штатов Америки. То есть получается, что доллары возвращаются обратно в Америку, и вместо этого нам дают долговые обязательства американского правительства. Что получается? Значит, ну, во-первых, по размерам. Вот. Есть такие статистика, понятия золотовалютные резервы страны. Значит, последние данные золотовалютные резервы России 400 в долларовом эквиваленте, 400 миллиардов долларов. То есть из них отнимаем золото. Где-то порядка 50-60 миллиардов долларов. Да. Ну, где-то последняя статистика – 45 миллионов тройских унций, это 31 грамм. Берем калькулятором, считаем, где-то 1400 тонн. А тройская унция, последняя, так сказать, цена была 1300-1200 долларов. Дальше арифметика. Отнимаем. Вот 340 миллиардов долларов. Резервов. Из них последнее время, по известным событиям, доля доллара уменьшилась, доля евро увеличилась. Ну, для изложения идеи будем считать, что это в долларах. Что получается? То есть у нас двойное движение. Мы отдали туда товары. Раз. И отдали доллары, которые получили за эти товары. У нас вроде как долг, обязательство правительства Соединенных Штатов Америки. Какие проценты платятся? Одно время печатали эти проценты, они бы находились в размере 1%. Затем перестали публиковать, это сверхсекретная информация, очевидно. Но по той прессе, где, так сказать, которую, так сказать, эта информация проходит, где-то эта цифра остается. То есть Российская Федерация, да, буржуазная Россия, получает от размещения в американских облигациях 340 миллиардов долларов 1%. Но там же капиталисты умные. Они самые умные американские капиталисты, европейские. В тот период, когда была Великая депрессия, конец 20-30-х годов, ну, известный крупный экономист Джон Мейнард Кейнс предложил ряд методов государственного регулирования экономики. И один из них называется инфляция. Я думаю, что все здесь развитые знают, что такое инфляция. Это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. И этот метод, то есть в результате повышения цен понижается реальное содержание заработной платы рабочих. Этот метод применяют все капиталистические страны. Кто больше, кто меньше. Но вот у нас инфляция последние годы ниже 10% не опускалась. От 10 до 20%. В этом году? Нет, он 4. 4. Официально, да. Ну, мы будем ориентироваться на официальные цифры. Ну, скажем, 10%. Что значит за год инфляция? Значит, наши кошельки, нет, формально там те же денежные единицы остались. Но вот реальное содержание, то количество и тот набор товаров, продуктов, которые можно купить, уменьшится на 10%. Так вот, американское правительство тоже использует этот метод. Только они очень аккуратно. Есть такое понятие – инфляция ползучая. Есть галопирующая, когда там десятки процентов, а есть ползучая – незаметная. Тут, если вы откроете сайт Федеральной службы государственной статистики, посмотрите эти данные, за 10 лет цены в Америке выросли на 27%. Значит, в каждый год на 2,7%. Что это означает? Что цены, скажем, за один год выросли в Америке на 2,7%. То есть валюта, доллар,
Оно обесценилось на это количество. То есть Россия получила 1% процентный доход по государственным американским обязательствам, а потеряла 2,7%. Разница минус 1,7%. Дальше берете калькулятор и считаете. Ну, сколько получается? Порядка 6 миллиардов долларов. 600. Нет, 6 миллиардов долларов. 60. Ну, курс берем, если 58, где-то 350 миллиардов рублей. Вот в этом году Российская Федерация потеряет вот от таких вот операций, денежных расчетов, 350 миллиардов рублей. Значит, большая сумма. Вот в моей голове это, кстати, тяжело укладывается. Но я знаю, построить мост через Неву, это 5 миллиардов где-то хватит. А 350 миллиардов – это хватит, чтобы сделать целую ветку метро. Ну, знаете, как оно, ситуация с транспортом. И это каждый год. То есть, получается, что если бы этого не было, мы бы давно бы решили, буржуазная, так сказать, Россия решила бы, наверное, проблему транспорта в больших городах. Почему это складывается, такая ситуация? Что у нас такие капиталисты, может быть, и такие, так сказать, руководители, капиталисты, их представители в правительстве, дурные. Но я думаю, это вот сложилась система господства финансового капитала. Когда крупнейшие империалистические страны, они диктуют вот такие условия. Потому что как иначе? Это фактически получается дань, которую более слабые государства платят более сильным. Вот Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия» тогда отмечал, такую ситуацию она была, называл это «стрижка купонов». Когда более крупные хищники стригут купоны, вот само по себе. А кто откажется, ну тогда наготове более действенные методы. Ну тогда, пожалуйста, вот авианосцы есть, крылатые ракеты, бомбардировщики, которые направят к той стране, которая что-то не хочет платить. И быстренько вразумят. Ну а что касается общей цифры, значит, иностранные государства, вот последние данные, накупили облигаций крупнейшей империалистической державы Соединенных Штатов Америки на 6 триллионов долларов. Вот можете посчитать на досуге, сколько ежегодно Америка имеет вот этого дохода от стрижки купонов. Ну, 100 миллиардов в год как минимум. Так, идем дальше. Есть такое понятие, как реальный капитал, эффективный капитал. Реальный капитал – это капитал, вложенный в производство. Проще говоря, производственные здания, станки, оборудование – это реальный капитал. А фиктивный капитал – это ценные бумаги, которые выпускаются вроде как под этот реальный капитал. Например, акции. Что такое акция? Это ценная бумага, которая, так сказать, свидетельствует о том, что вот вложен такой-то капитал. И одно дело, когда, скажем, вот есть завод, так сказать, стоимость его станков, оборудования, миллиард рублей. И капиталист под это дело выпустил акции на миллиард рублей. Можно, кстати, станки купить, можно завод, а можно эти акции стать хозяином завода. Так вот, в ходе развития капитализма, вот размер этого эффективного капитала, его содержание, многократно развивается. Это как вот мыльный пузырь. Разные данные. Ну, вот американский экономист Ларош говорит, что только 15 финансовых ресурсов, вот этого фиктивного капитала, обеспечиваются реальным имуществом. 15% только реальным имуществом, да. По данным Швейцарского банка международных расчетов, кредитов где-то 10-11 триллионов долларов. А вот этих объем денежных деривативов, есть такой красивый термин, дериватив – это производный финансовый инструмент. Ну, фактически вот этот, фиктивный капитал – 28 триллионов долларов. Вот есть такой буржуазный экономист Глазьев. Он приводит статистику в одной из статей своей, такую, что есть Московская межбанковская валютная биржа, на которой совершаются вот эти самые денежные финансовые операции, по ставкам которой, так сказать, формируется ежедневно курс доллара и евро. В 2015 году оборот вот этой самой межбанковской московской валютной биржи составил 600 триллионов рублей. Это в 7 раз больше реального ВВП, внутреннего
валового внутреннего продукта. Причем ВВП, как мы знаем, включается не только итоги, сказать, реального производства, но и также объем услуг. То есть 90% торгов – это спекуляции. И чего только сейчас нету. Ну, почему спекуляция? Приведу простой пример. Вот этот швейцарский банк пишет, объем валютных свопов 13-14 триллионов. Такое слово непонятное, своп, что такое. Пожалуйста, на простом примере. Вот, скажем, Иван Михайлович, ну, планирует в следующем году куда-то съездить за границу. Ну, денег нет, надо будет купить валюту. А у меня есть немножко, и мы договорились, что в следующем году он у меня купит доллары по курсу 70 рублей за доллар. Наступит следующий год. И что произойдет? Если курс доллара будет 65 рублей, а Иван Михайлович купит у меня по 70, значит, что он проиграет? С каждого доллара 5 рублей. А я что делаю? Выиграю. Какую сумму? Ровно такую сумму. То есть, на самом деле, а если будет 75 курс, будет точно наоборот. Я проиграю, Иван Михайлович выиграет. Какая польза от этого производства реально? Никакой. Это чисто спекулятивная операция. И вот этих спекулятивных операций, вот цифры приведены. И вот эта вот огромная, так сказать, нагрузка на производство. И все, вот это вот тоже финансы. Итак, перейдем к населению. Значит, банковские монополии, банки, вот в эпоху империализма, они не ограничиваются вот обслуживанием и командованием над промышленными монополиями. Они охватывают средства населения. Поскольку была просьба небольшая перед лекцией, я, так сказать, остановлюсь на некоторых, ну, может быть, бытовых вопросах, чтобы было понятнее. Вот у нас в карманах, наверное, у некоторых есть, ну, есть такие денежные знаки. Так вот, видите, покажем, да? Мы их называем деньгами. Но на самом деле это не деньги. Так вот. Настоящие деньги – это золото. Потому что есть понятие политической экономии, что такое деньги. Это товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Товар. А товар – это вещь прежде всего. Исторически вот эта функция выполнять роль всеобщего эквивалента закрепилась за драгоценными металлами и золотом. А что вот это такое бумажное? Называем бумажные деньги в лучшем случае. Это знаки стоимости. Знаки стоимости. А где золото? Сегодня золота в обращении нет, если не брать ювелирные изделия и драгоценный металл. И какие-то сувенирные монеты. Слитки разве не продаются? Слитки в небольшом количестве. А где в основном золото? Вот наши 1400 тонн золота, российского золота. Она находится в хранилищах центральных банков. То же самое в Соединенных Штатах Америки. Это самый крупный владелец. Там 8000 тонн золота и так далее. Ну вот мы называем деньгами. Почему мы их относительно спокойно берем? Хотя понимаем, что если они будут лежать, наше буржуазное государство за счет инфляции у нас все это дело потихонечку отнимет. Они обесценятся. А потому что государство своей силой, ну, как мы знаем, государство – это что такое? Аппарат насилия одного класса на другим. Да, или аппарат проведения классовых интересов буржуазии, народ. Оно заставляет нас, я так образно, примитивно говорю, брать их как заменители настоящих денег. Деваться некуда, мы берем это дело. Затем, как идет развитие вот этих самых денег и денежных знаков. Развиваются так называемые безналичные расчеты. Когда уже не нужно получать в кассе предприятия вот эти бумажные деньги, расплачиваться. Все это делается безналичным путем. И центральное место здесь, в организации этих безналичных расчетов, повторюсь, вы уже знаете, занимают банки. Все и предприятия, и граждане сейчас практически все, за редчайшим исключением, имеют счета в этих банках. И все расчеты происходят путем
совершение определенных записей. Вот вы открыли в счет. Вам поступила зарплата от какого-то предприятия. Сделали запись. На ваш счет поступила такая-то сумма. Вам нужно потратить деньги. Вы приходите в банк, подписываете платежное поручение, оформляете, и деньги уходят. Делается запись. Безналичный расчет. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Он постоянно развивается. Монополии. Вот совершенно правильно Дмитрий Олегович вытащил то, о чем пойдет речь дальше. Банковская карточка. В обиходе мы говорим, рассчитался банковской карточкой. Ну, наверное, это допустимо в разговоре. Ну, если строго говоря, это, конечно, не так. Расчеты идут безналичным путем через списание или зачисление денежных средств на ваш банковский счет. А банковская карточка – это некий инструмент, который дает, скажем, доступ к вашему счету. Но если бы не было банковских карт, чтобы совершить расчеты в банке, что нужно сделать? Нужно самому прийти и взять свой паспорт. Там на вас посмотрят, сверят, да, это вы. Оформят платежное поручение, вы подпишете, несколько дней уйдет, деньги уйдут, придут куда нужно. Банковская карта заменяет в одном лице вас и ваш паспорт. Конечно, это шаг вперед с точки зрения технологии. Но с точки зрения содержания, что изменилось? Нет, наоборот. В банках все эти денежные ресурсы, они концентрируются. Поскольку юридические лица и физические, ну, все держат, так сказать, средства в банках. Дальше развивается интернет. Теперь же и карточки, в общем-то, не особо нужны. Есть, так сказать, определенное разработанное программное обеспечение, которое дает возможность осуществлять вот эти самые расчеты без использования карт. Можно сделать виртуальные карты, можно поставить на мобильный телефон эту самую программу и делать те же самые расчеты. Но опять-таки это будут даны команды банку, которым кто держит физические лица счет, на совершение вот этих самых операций. То есть деньги банки, они не выпускают из своих, скажем так, цепких лап. Дальше. Поскольку сейчас очень много говорят о так называемых криптовалютах. Новых... Нет, почему? Ну, не надо, нет. О новых технологиях, блокчейн там и так далее. Я пока технологию оставлю в стороне. Технологии постоянно развиваются. И даже при капитализме они используются в определенных целях. Вот. Но мы должны брать экономическую сторону. Я попытаюсь на таком простом примере. Вот у нас здесь свое, так сказать, определенное содружество. Вот. Читают лекции. Пришли люди, которые интересуются этими лекциями. Есть операторы, есть ведущие и так далее. Ну, наверное, у нас есть какие-то проблемы с расчетами. Все-таки живем в буржуазной России. В лучшем случае скромная, так тяжелая жизнь. Но надо что-то придумать. Вот появился человек инициативный, это я. Я предложил такую идею. Давайте мы введем свою денежную единицу. Но для начала что надо сделать? Придумать хорошее название. Ну, вот там есть биткоин, да, самый популярный. Там эфир есть, и чего только нету. Не один, да, биткоин? Веду тысячи. От 500 до 1000 вот этих валют. Поэтому предлагаю. Согласны все? Вдруг это поможет, сказать, конечно, нам жить. Конечно, согласны. Вот я возьму ручку и напишу. Рабочая квитанция университета рабочих корреспондентов. 100 единиц. Ну, допустим, предположим, что пускай одна рабочая квитанция равна 1 рублю. Сделано дело. Я писать не буду, предположим, что написали. Что дальше? Вот, Борис Николаевич, я знаю, есть хорошая ручка. Я очень хочу вас купить. Но у меня нет денег, к сожалению, Борис Николаевич. Но у меня есть 100 рабочих квитанций. Вот скажите, пожалуйста, вы меня давно знаете? Давно. Я надежный товарищ? Надежный. Надежный товарищ. Давайте я дам 100 рабочих квитанций, которые по номиналу равны 100 рабочим рублям. Вы мне свою ручку. Годится? Нет вопросов. Нет вопросов. Все. Свершился акт купли-продажи. Настоящий. То есть, что такое обмен? Это, скажем так, взаимообусловленная передача товаров из одной рубли в другие.
Мы разные собственники. А это ваша писюлька, это товар? Это заменитель, некий заменитель товара. То есть... Не обеспеченный. Борис Николаевич, передам мне товар, вещь, да, ручку. Я рассчитался неким заменителем. Так, конечно, это не деньги. И это даже не бумажные деньги. Поскольку за нашими деньгами стоит, это билет Банка России. Центральный банк Российской Федерации. Это, так сказать, за ним государственный орган. Я дал некую бумажку, некое расчетное средство, заменитель денег. Иногда называют суррогат денег. Дальше что можно сделать? Ну, расширять круг наших соучастников. Да? Вот Иван Михайлович, я знаю, очень активный товарищ. Давайте мы с вами договоримся. И таким образом, вот вы будете привлекать новых членов в наше содружество, а я за каждого привлеченную, буду вам давать 50 рабочих квитанций. Из них 25 вы себе оставляете, а 25 будете давать, ну, товарищам. Согласны вы? Согласен. У нас пошел процесс. Следующий шаг. Ну, на бумажке писать, наверное, это каменный век, прошлый век. Мы можем то же самое сделать вот в интернете при помощи программного обеспечения. Вот Сергей у нас... Вы сможете обеспечить нам программу обеспечения? Сделать какой-то сайт, как-то иначе называется. И каждому мы откроем, вот присутствующему, и кто будет вступать в наше общество, вот этот счет, электронный кошелек. Разработайте программу обеспечения. Оно уже есть, разработанное, можно даже скопировать. Что мы можем перекидывать деньги с одного счета на другой, совершать операции и так далее и тому подобное. Вот я несколько, скажем, упрощенно, огрубленно, вот привел пример того, как вот сейчас вот образуются вот эти широко разрекламированные так называемые криптовалюты. Более по-серьезному. Вот самое крупное – биткоин. Вопрос первый. Ну, скажем, кто стоит, кто учредит эмитент вот этих бумажных денег? Государство фактически. Кто является эмитентом этих криптовалют? Мне пока неизвестно. Никто. Нет, такого не может. Кто-то стоит. Никто. Я вот специально читал. Вот за биткоином либо разработчики их называют, либо группа разработчиков, которая скрывается за японской фамилией Накамото. За эфиром стоит товарищ с русской фамилией. То есть непонятно, кто эмитент. Это первое. Второе. Чем они обеспечены? Ну, худо-бедно, конечно, до бумажки... Раньше писали, там обеспечены золотом, сейчас этого не пишут, но все-таки за душой российского государства, российского капитализма стоит, ну, как минимум 170 триллионов основных фондов. Вообще денег в обращении пущены, наличных и безналичных, где-то порядка 38-40 триллионов рублей. Понятно, что в критической ситуации все можно обесцениться мигом, но что-то там останется. За этими криптовалютами ничего не стоит. Никто не отвечает. То есть мне это напоминает, ну, говорят, мыльный пузырь. Вот, помните историю, так сказать, еще на заре развития капитализма Нидерланды? Когда вдруг стали подниматься в цене эти луковки, тюльпанов. Была ситуация, когда целое состояние, целые дома можно было дать за одну вот эту луковку, а потом все рухнуло. Может быть, сказать, за этим стоят какие-то ловкие люди, а может быть, это творчество масс. Но во всяком случае, возвращаясь к той теме, которую мы разбираем, на сегодняшний день на 99,99% определяющую, главенствующую роль в денежной системе, финансовой системе играют банки. Банки и вот эти вот валюты, денежные знаки. Ну, можно много еще рассказывать, наверное, полезного, интересного, обсуждать. Наверное, задача наша несколько другая. Поэтому я предлагаю приходить уже к определенным выводам. Значит, повторяю, что империализм возник на рубеже 19-20 веков. И вот классическая работа, где все было обосновано, раскрыто, особенности империализма, его тенденции. Это работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». В прошлом году мы праздновали, ну или отмечали, вспоминали, 100 лет, в 1916 году. 100 лет – большой срок. Но вот сейчас вот начинают так некоторые
товарищи, господа, говорит, ну что, сейчас вот капитализм уже совсем другой. Столько нового появилось. Даже я вам здесь приводил. Пожалуйста, криптовалюты. Были при Ленине? Нет. Пластиковые карты были? Нет. Свопы были? Нет. Все поэтому Ленин устарел. Так ли это или не так? Нет. Давайте разбирать. Ну, понятно, работа большая, там масса, так сказать, всего полезного. Я только напомню одну часть. Ленин давал три особенности империализма. Первое. Империализм – это монополистический капитализм. То есть это та стадия капитализма, где монополии являются главенствующими. Это система господства финансового капитала. Финансовый капитал, еще раз повторюсь, это банковский капитал, сросшийся промышленным капиталом. Подтверждает наша жизнь? Конечно, подтверждает. Я постарался на известных примерах. Второе. Вторая особенность империализма – это паразитический или загнивающий. Вот что Ленин писал? Что значит паразитический? Такое нехорошее слово. Первое. Вывоз капитала – это паразитизм в квадрате. Почему? Капитал – это что такое? Самовозрастающая стоимость. Самовозрастает она потому, что вот капитал он впитывает все соки, кровь, пот рабочих. Затем безвозмездно присваивает. То есть он по своей сути паразитический. А вывоз капитала – это когда эксплуатируют не только рабочих своих, своей страны, рабочих других стран. Паразитизм в квадрате. Он остается как одним из основных явлений. Ну, вот я встречал такую цифру, что вывоз капитала, скажем, крупнейшей страны Соединенных Штатов Америки – 1,5 триллиона долларов. Ну, как мы понимаем, они еще и на другом зарабатывают, если это можно назвать в кавычках. Далее. Что значит паразитизм? В чем он проявляется? Это появление слоя рантье. Кто такие рантье? Это люди, которые сами не работают и живут на проценты от капитала. Вот как пишет Ленин, люди, которые ведут праздный образ жизни, не участвуют ни в организации производства, ни в управлении, ни в чем, а только вот профессии которых является праздность. Ну, я на примере привел. Вот эта вся свора, армада, миллион этих финансовых спекулянтов, это кто такие, по сути? Это люди, которые ничего не делают, для производства ничего не приносят. Они сидят на плечах производства, фактически наемные рабочие, за счет вот своей прибавочной стоимости, содержат на своих плечах вот эту ораву. Более того, появляется не только вот этот огромный слой рантье, появляется государство рантье. Ну вот самый прекрасный пример я приводил. Пожалуйста, Соединенные Штаты Америки. Стрижка купонов совершенно безопасная. Все, иди. Чистая работа. Дальше. Значит, Ленин отмечал еще такое явление, как подкуп части рабочих, а именно рабочей аристократии. И если вы обратили внимание, ведь работа была написана еще в 16 году, до революции, и Ленин тогда вынужден был, ну, сказать, считаться с цензурой. А вот в издании, которое вышло уже после победы октября, после 17 года, Владимир Ильич написал предисловие. И в этом предисловии он отметил ряд наиболее важных моментов, на которых обращал внимание читатель. И вот этот основной момент. Я вчера перечитал работу, как-то вот мимо меня раньше прошло. Он сказал, главная опасность для вообще для совершения революции в дальнейшем – это вот эта вот обуржуазившаяся прослойка рабочей аристократии. И понятно почему. Вот империализм, монополия, финансовый капитал – он не просто получает прибыли или средние прибыли, он получает сверхприбыли, часть которых, вот те же американцы или европейские, Германия, Франция, Великобритания, могут направить на подкуп части рабочего класса. А что касается России, российского капитала, здесь все по-другому. Ну вот пример, да? Вынужден российский капитал, капитализм, отдавать дань более крупному. Ну сколько там? 2,7% инфляция. В Америке. А у нас сколько? В этом году 4, и то больше.
А так было не меньше от 10 до 20% в последние годы. То есть российский капиталист с лихвой компенсирует то, что отдал более крупному хищнику, тем, что возлагает это все на плечи рабочего класса. И третья особенность империализма – это переходный капитализм или канун социалистической революции. Есть общее положение марксизма, что социалистические производственные отношения не возникают в недрах капитализма. Готовятся только предпосылки. Это, скажем так, азы. Ленин, проанализировав уже новейшие явления в капитализме, вот переход в стадию империализма, внес уточнение, что да, социалистические производственные отношения не возникают. Их нельзя взять готовыми из недр капитализма, за исключением наиболее развитых форм. Ну, какие это развитые формы? Ну, он приводил пример, те же железные дороги. Они были централизованы в царской России или почта. Но они работали даже в годы гражданской войны, как часы. Чего их разрушать? Но наиболее такой яркий пример – это банковская система. Вот у Маркса есть такие явления, есть образные выражения. Вот Маркс писал, что банки – это идеальная форма общественного счетоводства. А Ленин называл банковскую систему банки нервными узлами всей экономики. Так нужно сделать две вещи. То есть банки – это капиталистические предприятия. Вот они участвуют в создании, в дележе этой прибыли. Сделать две вещи. Первое – отсечь вот все то, что уродует этот замечательный аппарат идеального счетоводства. Второе – зачем из многих банков надо сделать один. Вот иногда приходишь в крупные гипермаркеты, стоят банкоматы. Мне это смешно. Они выполняют одну и ту же функцию – выдавать деньги. Но зачем их много-то? Достаточно одного. Вот на этом я бы хотел закончить. Если есть вопросы, готов ответить. У меня вопрос к вопрошающему товарищу Евстигнееву. Позор это валютным резервам вы удовлетворены тем, что сказал товарищ Кахов? И тогда второй вопрос, товарищ Евстигнеева. Какая в США промышленность? Чем же они торгуют? Есть ли там вообще производство? Значит, Соединенные Штаты Америки обладают не только какой-то промышленностью, а это одна из крупнейших экономик. То есть на сегодня у нас по объемам промышленного производства, ну или ВВП будем брать, две страны, Китай чуть-чуть выше и Соединенные Штаты Америки. Значит, Соединенные Штаты Америки являются, вот я бы такое слово использую, самодостаточной страной. Вот если что-то случится, кто-то им что-то прекратит поставлять, они выживут, поскольку у них все есть. Все есть. Вот у нас в России такого нет. Если... Так, товарищ Минцов спрашивает, есть ли в Российской Федерации финансовый капитал? Есть. Если нет, то почему? Есть, конечно. Финансовый капитал. Это иностранный вопрос. Капитал, кто прежде всего. Кто является собственником финансового капитала в Российской Федерации? Прежде всего, иностранные, так сказать, американские монополии. Монополии Германии, Великобритании, Франции. Что касается собственного российского капитала. Я понимаю ваш вопрос. Мы давно это спорим, обсуждаем. Любой маленький капиталист стремится стать большим капиталистом. А большой капиталист стремится стать очень большим. А очень большим монополистом. И такая тенденция присутствует. Но чем она закончится и станет ли Россия полновесной империалистической страной, надо посмотреть. Вот я приводил этот пример. Пока получается, вот если было бы наоборот, скажем, не российский капитал платил бы американскому капиталу, а наоборот, однозначный вывод. Российский империализм эксплуатирует американскую, так сказать, экономику, американский капитал. Пока такого нет. И те монополии, что... я могу сказать, что есть монополия. Во-первых, «Газпром» – это монополия. Но какая монополия? Сырьевая. Вот обратите внимание, несколько лет назад, кто внимательно, так сказать, смотрел телевидение, читал газеты, вдруг там, в верхах, появилась такая идея. Ведь постоянно нам, так сказать, озадачивают, давайте вот национальную идею. Национальную идею, непонятно, что какая. Давайте вот Россию сделаем энергетической сверхдержавой. В переводе на русский язык что это означает? Энергетическая сверхколония. Ну, там вроде сообразили и как-то сняли это дело. То есть тенденция, конечно, такая есть. Ну, а чем закончится, это покажет жизнь.
Значит, далее. Являются ли криптоденьги, биткоины и прочие, представителями денег? Ну, что значит деньги, как представители денег? Это какие-то заменители расчетов, доморощенные. То есть не являются представителями денег? Нет, это, скорее всего, какая-то вот форма расчетов. Вот я приведу такой... Почему? Ну, конкретно вполне. Я приведу пример. Значит, в 90-е годы, когда здесь у нас был жесточайший кризис, вот эти вот средства расчетов выпускали крупные предприятия, администрации. Вот если мы копнем, вот как вот образуются деньги? Деньги? Вот первая, простая, случайная форма расчетов. Один товар, товар А, обменивается на какое-то количество другого товара. Это есть простая, случайная форма расчетов. Тогда эту форму расчета в 90-е годы назвали бартером. Я, кстати, работая в финансовой сфере, присутствовал при этих бартерных расчетах, когда, скажем, спичечная фабрика Чудова поставляла спички в Ульяновский автозавод. А Ульяновский автозавод свой товар, свои машины, поставлял еще куда-то. Вот. То есть вот эта простейшая форма расчетов, она свойственна периоду разложения первобытно-общинного строя и становления рабовладения. То есть самая неразвитая, самая простая. Вот эти криптовалюты, название очень громкое, хорошее, космическое почти что, но по сути это вот такая исходная, простейшая форма расчетов. Вульгарно я бы назвал. Ваши прогнозы судьбы этих криптовалют? Прогнозы очень простые. Значит, пока они не представляют. Значит, еще раз вернемся к основному выводу. Основной вывод очень простой. Господствует финансовый капитал. Он внимательно за всем смотрит. Если не почувствует интерес, что там можно что-то выудить, они его приберут к рукам. А это не порождение финансового капитала? Может быть, я не знаю этого, меня это не интересует. Они приберут к рукам и будут использовать для, так сказать, получения своей монопольной прибыли. Если он не будет представлять интерес, вот они будут влачить такое жалкое существование. Ведь, поверьте, ведь нельзя сказать вот так строго, если финансовый капитал, значит, все вот он пронизал, да, все. При нем же существует мелкое производство, мелкие предприниматели, которые занимают какие-то ниши. И у монополий крупнейших то ли руки не доходят, то ли не хотят этим заниматься. А криптовалюты угрожают доллару? Нет. Значит, далее товарищ Леонцов спрашивает. Согласно расчетам Фонда рабочей академии, стоимость рабочей силы составляет 200 тысяч рублей в месяц. Не обуржуазится ли рабочие, получая такую сумму? Ну, это я немножечко сократил. Я думаю, что если те рабочие, организованные рабочие, значит, во-первых, чтобы получить 200 тысяч, нужно этого добиться. Один рабочий добиться не может. Этого могут добиться только организованные рабочие. Я могу привести примеры. Те, кто получает, но если не такие суммы, то близкие к этому. Например, авиадиспетчеры. Я не могу сказать, что авиадиспетчеры буржуазились. Наоборот, это их можно отнести к передовому отряду рабочего класса. Вы в лекции говорили о том, что империалисты подкупают рабочих. Вот эта опасность есть. Эта опасность есть. Те зарплаты, которые вы насчитали, они не являются? Вот. Значит, вот если всем рабочим... Вот инструмент подкупа – это когда среди группы рабочих, скажем, там, это всего и так далее, лидеров подкупают или какую-то отдельную прослойку. Вот это вот речь идет о, вот, так сказать, о буржуазившихся рабочих, рабочей аристократии, а не обо всех рабочих. Ну, авиадиспетчеры, там зарплата тоже очень сильно отличается. Старшего там от младшего, короче. Ну, конечно. 200 тысяч это не все. Не все, конечно. Но это результат борьбы, вот тут важно. Очень. Я вывод-то другой сделал. Сверху или не взяли сами? Нет. А буржуазия вот этой части? Нет, конечно. Которые 200 тысяч, остальные там 50. Я думаю, что нет. Ну, если речь спросить, да. Если у рабочего будет много денег, он не станет буржуазным? Вот вы знаете, если бы до кобы выросли во рту бобы. Понимаете, я о другом хочу сказать. Вот я, так сказать, еще раз уточним. Вот откуда они эти 200 получат? Вот какие-то добренькие капиталисты, российские капиталисты, олигархи возьмут это вот 200 тысяч. Ну, это же наивно, смешно. Не дадут. Ты говоришь, что дают. Нет, не дают. Это они добились. Это они добились. Нет, это значит, в Америке дают. В Америке? Но вы говорили, что это подкупает аристократия. Ну,
Аристократия – это другое, подкупает часть этих рабочих. А всем не дают. А что касается американского рабочего класса, вопрос, который, конечно, требует обсуждения. Я думаю, что там вот этот слой рабочей аристократии, может быть, он захватывает и львиную часть всего рабочего класса. Поскольку мы видим, на протяжении многих десятилетий там пока нет движения к революции и так далее. Может быть, там речь идет о целом рабочем классе. У нас тоже нет. У нас по другим причинам. Значит, Виктор Аркадьевич интересуется. В России в оборот запущенные земли, леса, недра и так далее. Как вы думаете, какая часть денежного обращения обслуживает оборот земли? И согласны ли вы с тем, что этот вид деятельности является громадным резервом правительства? Так, что-то я не понял вопроса. Ну, кроме средств производства там и прочего, значит, имеется, как я правильно понимаю, что имеется, так сказать, еще и можно запустить в оборот, скажем, землю. Продавать там китайцам, вот как там в аренду сдали, можно продать что-то кому-то. Не, ну давайте разделим. Есть деньги и денежный, сказать, оборот, и есть какие-то основные фонды. Вот средства производства. Земля относится к средствам производства. Все-таки это же не денежный оборот. Ну, вот тут просто денежный оборот обслуживает эту продажу. Я сначала тогда зачитаю. Оценивая необходимость объема денежной массы в стране, определяющими факторами являются объем производимых товаров, услуг и стоимость, ну, и так далее, и стоимость основных фондов. Так. А вот тут еще земля, она к чему? Я думаю, что стоимость основных фондов и земли не является каким-то фактором для определения количества денег, необходимых в обороте. Основные факторы следующие. Это сумма цен производимых товаров, деленная на оборот. То есть, вот я хочу сказать, основные фонды у нас 170 триллионов долларов, а денег в обороте 38, то есть гораздо меньше. Виктор Иванович, да. Речь идет о том, что у нас в Советском Союзе земля не являлась товаром. Да? И не вся относилась к основным фондам, поскольку основные фонды там сельхоз, производство и так далее. Сегодня они запустили на рынок земли всякие разные, в том числе озеро, в том числе дальневосточный гектар, в том числе и так далее, и тому подобное пошло. Вот ряд экономистов высказывает мнение, что это сильнейший стабилизирующий фактор в руках российского правительства для того, чтобы, ну и так далее. Мол, если каждому из нас сейчас предложить в Ленинграде еще по 5 соток по дешевке приобрести, понятно. Блядь, мы еще шаг сделаем. Могу сказать общую линию, которая была еще и 100 лет назад, и, скажем, Ленин разъяснял в своих работах. Вот это шаг назад, даже в развитии капитализма. Когда землю начинают продавать. То есть это не шаг вперед, а шаг назад. Я согласен, но я спрашиваю про, так сказать, мнение вот этих экономистов. Мнение, ну так пускай они останутся своим мнением. Ну что ж такое? Сейчас. Ну вы напишите. Каждый главный в порядке исключения. Первый раз человек пришел. Извините, да. Скажите, у вас термин финансовая логистика. Говорит вам вообще. Ну что такое логистика? Вот в переводе, так сказать, на наш обычный, привычный язык, да? Вот либо там транспортная логистика, да, какие-то машины, либо складская, нет, складская логистика, как перемещаются товары на складе. Финансовая логистика, ну, совершенно не нужен излишний термин, как перемещаются финансы, есть понятие денежное обращение. Ну, вот устоявшийся, так сказать, термин научный, понятие. Ну, зачем заменять? Он имеет в виду пару вагонов наличными переправить. Ну, так да? Это тоже, это пример денежного обращения. Значит, вот, Виктор Иванович, теперь тут от Герасимова несколько вопросов еще. Вот вывод капитала, о чем мы говорили. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Да. Вот то, что мы вывели в офшоры, она там самовозрастает? Или это просто вывод денег? Можем ли мы здесь говорить о выводе капитала? Значит, наверное, капитал в кавычки, поскольку не знаю, это вывод прибыли. Ну, прибыли. Вот так точно. Это деньги. Вывод прибыли. Нет, ну, не прибыль, деньги. Вывод прибыли. Вывод а прибыли. Вот станут ли они капиталом, поскольку вот. Ну, часть... они не капитал. Сейчас отвечу. Нет. Как говорят некоторые исследования, некоторая статистика, значительная часть этих прибылей, которые там, ну, как бы легализовались, они возвращаются в Россию. Но уже как вывоз капитала из офшоров к нам. Так это вот офшоры вывозят капитал, да, к нам. Да, а совершенно верно. Туда, это... туда прибыль выводится. Туда ну, вывод прибыли. Прибыли. Точно. А потом не вывод офшоры, капитала. Они вывозят капитал, да, к нам. Это уточняющее. Это отмывание денег. Так, а потом, почему золото нельзя покупать? Почему вот надо покупать эти? Почему нельзя? Можно покупать.
Просто основная масса золота, она выведена из обращения. И вот эти денежные знаки во всех государствах... Нет, а вот вместо облигаций, вот о которых вы говорили. Почему? Можете покупать, пожалуйста. Если кто-то согласится. О, то есть золото просто... Так надо поработать, Иван Михайлович, в нашем примере. Привлечь людей, убедить их, что рабочие квитанции – это надежнейшая криптовалюта. Какова динамика закупки вот этих долговых облигаций? Вот содержание... Каких? Вот долговых американских облигаций, вот этих вот, то, что они имеются. Вот сейчас вы говорили 350 миллиардов долларов. Нет, а вот это у нас. По годам. Значит, лет до кризиса... 2014 года, максимум заходил где-то 500-550 миллиардов долларов золотовалютных резервов. При этом золота было немного, вот российское буржуазное, так сказать, правительство активно сейчас скупает золото. И большая часть из этих полутриллиона находилась в долларах. Сейчас, вот цифра последняя, сам рассчитал, золотовалютные резервы 400 миллиардов, из них отнимите 45 миллионов тройских унций, ну, понятно, 340. Причем в долларах 100 миллиардов. Огрублен. Облигации потихонечку. Да. Значит, но это понятно, что это идет. Прошу прощения, еще раз сказать. Бара, значит, вот вы говорите о том, что рабочих подкупают. Вот значит ли это, что рабочие... Часть рабочей, рабочую верхушку. Часть, значит. Значит ли это, что вот эта часть рабочей верхушки, она не производит прибавочную стоимость, а, так сказать, у них отрицательная прибавочная стоимость? Нет, то есть им платят больше, нет, чем они производят. Они производят прибавочную стоимость. То есть они тоже эксплуатируются, просто в меньшей степени. Нет, они производят прибавочную стоимость. И производство прибавочной стоимости... Прибавочная стоимость – это что такое, Иван Михайлович? Часть стоимости, произведенной дальше известного пункта. А стоимость – труд, уплощенный в товаре. И различие стоимости определяется только двумя факторами. Я не беру производительность труда. Это либо сложный труд, либо простой. Если этот представитель, ну так назовем, рабочей аристократии, высококвалифицированный рабочий, у него более сложный труд, так он больше стоимость создает, соответственно, больше прибавочной стоимости. Это понятно. Но так вот прибавочную стоимость все-таки он создает. Он тоже объект эксплуатации. Конечно, создает. Но подкупают это обычно оскорбляют эксплуатацию. Это, я сказал бы так. Не так. Значит, он уже за пределами того, что он произвел прибавочную стоимость в общественной жизни, да, вот в борьбе рабочего класса, занимает политику своего хозяина, предпринимателя, проводит буржуазную политику. Это уж совсем другое дело. Нет, но он производит это все-таки на объект эксплуатации все равно. Это рабочая эксплуатация, аристократия тоже объект эксплуатации. Конечно. Ну так вот, конечно. То есть, им так сказать. Если он рабочий, то он производит прибавочную стоимость. Ну, конечно. Однозначно. То есть это просто несколько меньше эксплуатирует. Значит, ну и последнее. Вот фашизм – это открытая террористическая диктатура финансового капитала, да, наиболее реакционных кругов финансового капитала. А почему простой капитал не может создать фашистскую диктатуру? Почему вот ему Почему не получается? А почему? Чем вот финансовый капитал настолько силен? А потому что финансовый капитал, он господствует во всей экономике. А почему? За счет чего? А за счет развития капитализма, за счет того, что вот ход развития капитализма приводит к тому, что финансовый капитал захватывает основную, так сказать, часть экономики. Он главенствует. А капитал, их много капиталистов, они между собой конкурируют. Они, ну, не являются такими вот, ну как бы сказать, всеохватывающими. В смысле, сказать, вот в экономике. Не знаю, как это. Так, товарищи, на вступление никто не написался. Никого нет жирающих, да? Есть. Так. Объявление мне сказали в конце занятия. Можно, это в конце. Сейчас мы еще, так сказать. Маленькую липу. Ну давайте маленькую липу. Знаете, какая штука? Давайте вот сюда. Вот здесь, я Хорошев Евгений Николаевич. Я член кружка по изучению гегелевской диалектики. Хочу обратить ваше внимание, что вот здесь большая буква Д, отдельная, да? А вот эти черточки не раскрыты в данном докладе. Ну так уж получилось. А за этими черточками есть процедуры некоторые. Информация о которых является тем самым контрольным элементом, который позволяет вот отсюда перейти сюда. То есть вот не все вскрыто здесь, как бы в нашем докладе. Спасибо докладчику, конечно. Но вот это требует дополнительных разъяснений. Прошу прощения. Что, заключительное слово? Я все-таки два слова скажу. Записку подали заранее. Ну давайте. Ну, записки подали, товарищи. Микрофон. Да ладно. В принципе, лекция интересная, особенно
вот про криптовалюты, то, что мы услышали. Но в целом ряд подходов, наверное, спорных, которые были озвучены лектором. В частности, про наличие в Российской Федерации финансового капитала исключительно иностранного. То есть собственного финансового капитала нет, есть один иностранный, больше ничего. Доказательство сырьевая сверхдержава, да, которую хотели они сделать как некий придаток для Запада. Однако процессы, которые мы наблюдаем в мире, они прямо говорят об обратном. Изо всех сил Российская Федерация и российская олигархия пытаются, значит, обеспечить экспорт углеводородов в Западную Европу. Из-за этого даже разгорелись конфликты и в Сирии, в том числе, по этим причинам. Потому что Россию не хотят видеть, или российских, так сказать, капиталистов не хотят видеть монополистами на этом рынке. И мы видим, что такая же страна, ничего не представляющая себя, как Арабские Эмираты, на продаже углеводородов, вот эти шейхи, они просто, так сказать, живут в свое удовольствие, ни в чем не отказывают. Ливия та же, ничего она особо как производительная какая-то страна себя не представляла, когда там был Каддафи. Однако на тех же самых, значит, экспорте углеводородов достаточно хорошо жили обычные граждане. Потому что это позволяет, так сказать, паразитировать на природных ископаемых, получая эту ренту. Поэтому вот с этим я не согласен, с выводом, что только иностранные граждане здесь финансовые капиталисты, а других нету. Потом у вас тоже есть противоречие небольшое. То вы говорили о подкупе, что-то запутались в США, там рабочий класс, он весь подкуплен, не весь подкуплен. Значит, а получает ли он, подвергается ли он эксплуатации? Вы сказали, что в любом случае аристократия подвергается эксплуатации. Здесь тоже, наверное, надо смотреть. Может, подвергается, а может быть и нет совсем. Может быть, она как раз не подвергается, а использует, дают ей, так сказать, часть вот этой прибавочной стоимости. Ну, отдельным, не всем. Отдельным рабочим аристократам. Поэтому я бы не делал таких выводов масштабных. Спасибо вам за лекцию. Так, Виктор Аркадьевич, еще спасибо. Я тоже рисовал. Виктор Иванович, благодарю за лекцию, конечно. И думаю, что, ну, по крайней мере, у меня, и думаю, что у многих других остается как бы вот такой остаток с этой лекции, что надо бы побольше заниматься для того, чтобы это дело понять. Так, и прочее, прочее. Почему? Потому что в этой сфере, конечно, кроются механизмы, значит, современной эксплуатации. Они выросли из тех времен, которые описывал Владимир Ильич, но сегодня они приобрели такие формы и такие проявления, которыми мы часто оперируем с вами. Ну, скажем, не раз мы уже печатали в газетах и говорили, что сегодня там десяток крупнейших семейств, да, обладает таким богатством, как беднейшая половина человечества. И вот спрашивается, а как вообще это возможно? Как это, да? А все, так сказать, сосредоточено это в определенных, значит, не столько денежных знаках, сколько каких-то нулях на счетах, в электронном форме, в электронном виде, черт его знает где, так в чем сразу не разберешься. Не раз мы употребляли выражение, что объемы операций финансовых, которые проходят там за минуту, они превосходят весь объем реальных благ, которые производятся чуть ли не за год там. Так вот. И вот думаешь, елки-палки, для чего все это делается? Как это там устроено? В какую сторону двигается? Или вот сегодня опять мы разобрали пример, что, значит, российское правительство держит те наши резервы, которые имеются, и не только золотовалютные, а в том числе вот те фонды, которые образуются за счет продажи сырья и так далее, в ценных бумагах Соединенных Штатов.
И тем самым работают на экономику штатов, там проценты показывали, считали. Ну ладно, мы, наше правительство, во-первых, можем считать не за ошибка патриотичных и умных, да? Во-вторых, зависимые ребята, которые на крючке где-то сидят. Но аналогичные цифры называются по Китаю. Говорят, что самый крупный держатель, значит, облигаций Соединенных Штатов Америки – Поднебесная. Да? Вот спрашивается, ну там-то вроде бы эти не упрекнешь их в отсутствии патриотизма, потому что там даже такой национализм великого народа двигается. И кроме того, они по валовому продукту практически с Соединенными Штатами сравнялись. Ну, наверное, я думаю, что если мы начнем копаться, наверное, здесь их держит на крючке возможность сбыта своих товаров на территорию тех же Соединенных Штатов и других-то дел. И вследствие этого они, так сказать, запускают руки именно, значит, в облигации Соединенных Штатов, чтобы иметь, значит, благоприятные условия этого дела, еще что-то. Ну, все это требует изучения и, как бы сказать, ну, большего понимания. Значит, наверное, если бы сегодня Владимир Ильич взялся бы за это дело, он бы продолжил там второе издание империализма, значит, в современных условиях и тому подобное. Значит, я думаю, что не стоит вот так просто отмахиваться от криптовалют, как сейчас, значит, мы с вами сделали, Виктор Иванович вроде поддержал наше настроение. Почему? Вот я перекинул там пару заметок. Криптовалюты производятся на вычислительных мощностях. Ну, какие-то там комбинации. И уже созданы большие, гигантские мощности, на которых работают десятки и сотни человек, значит, программистов, операторов и так далее. И эти вычислительные мощности потребляют электроэнергию, выпускают пар, платят зарплату для того, чтобы производить так называемую криптовалюту. Недавно наше правительство заявило то, что, значит, имеются намерения разработать специальный закон и эту сферу деятельности взять под государственный контроль и прочее. Наверное, еще не шибко крупно, но первые десятки миллионеров, которые, долларовых имеется в виду, и миллиардеров, может быть, уже, которые на этой криптовалюте приподнялись, так сказать, они появились. Насколько это запланированная акция действительно, так сказать, там этих каких-нибудь продвинутых ребят из капитала, значит, а насколько это случайная флюктация, вот, которая будет со временем забыта, подавлена, или сама провалится, или черт кто знает, это довольно трудно сказать. Но тем не менее, как вот вопрос, который, ну, хотелось бы посмотреть и дальше покачать, он остается. Ну и, наконец, последнее. Значит, вот мы с вами знакомы уже практически лет 27-30, да? Имеется в виду, вот ведем совместную борьбу и прочее, прочее. И все эти годы мы одинаково оцениваем, что механизм, значит, выпуска долларовой массы — это такой специфичный вид эксплуатации со стороны, значит, капитала США, всего остального мира. Да? У нас есть, значит, история. Часто мы приводим примеры, как их Деголь прижал задницей в угол, да? Как они после этого перешли, значит, на систему без там золотого обеспечения и прочее. Но все равно все сводится к тому, что сукины дети печатают бумагу, и весь мир эксплуатирует тогда. И каждый раз мы, ну и мы говорим, и другие специалисты, которых мы, так сказать, знаем, там Англазиева, до примерно, и до китайцев, или где, что рано или поздно эта система должна рухнуть, да? Ну, должна рухнуть где-то. И что вот этот кризис, который тогда разразится, и вот это
вроде как является, опять же, эти же академики объясняют, что вот это «у», вот этот страх перед этим кризисом, это и является, мол, стабилизирующим фактором, по которому этот капиталистический мир, империалистический, ну, в широком плане, вот этого дела, мол, не допустит, не допустит. Вот именно поэтому они и держатся, именно поэтому продолжает свое существование эта система, в том числе привилегированное положение именно вот этих штатов. Это я, ну, на будущее, что хотелось бы, может быть, в следующей беседе, в следующей лекции, так, эти вопросы, ну, раскрыть нам более подробно, может быть, сделать какие-то прогнозы. Наверное, существуют уже и математические модели. А за сегодняшнюю лекцию большое спасибо. Так, ну, Борис Николаевич, и все, на этом список выступающих еще Герасимов. Да. Дорогие товарищи, вот смысл лекции очень глубокий. И за короткий период, если так рассматривать, то за этот час самая информационная, очень взвешенная насыщенность от Виктора Ивановича произошла. Можно из вот такого хорошего, там, как Маленцов сказал, и это не раскрыто, и это не раскрыто, и это не раскрыто. Всегда оценивать не то, что не раскрыто, а все государственные, Нобелевские премии оценивают не то, что не раскрыто или что не сделано, а то, что сделано. Виктор Иванович, громадное спасибо, то, что за какой-то час столько дали полезного нам, очень благодарен. А на эту тему мы будем говорить, и я 14-го еще тоже от декабря буду и другие говорить. Мы дальше и будем раскрывать. До этого у нас занятия в этом году не заканчиваются, а мы смотрим в будущее. Еще много-много будет занятий. Спасибо большое еще раз. Ну, я два слова буквально тоже скажу. Это Виктор Иванович еще заключительное слово будет говорить. Значит, наша дискуссия, она многолетняя, почему она так идет каждый раз и никак не затухнет? Потому что на основе выводов практические действия вытекают. Но тут что делать? Бороться за доведение уровня заработной платы до стоимости рабочей силы или ограничиться борьбой за индексацию нынешних грошовых зарплат? Или в области, скажем, вот идти на всякие оборотные, там блокироваться с троцкистами, которые открыто говорят, что вот мы, да, деньги берем черти откуда, наша задача свалить Путина, мы революционеры, и Ленин говорит о том, что в борьбе вот этой межимпериалистической надо валить свое правительство, и мы такие верные ленинцы, и будем валить, значит, наше правительство, пусть на деньги там Госдепа, Сороса, кого угодно, но вот задача наша такая вот. А вот это вот из этого практические действия какие вытекают? Я думаю, что как коммунисты мы должны понимать, что действия наши какие должны быть? Такие, которые идут на укрепление рабочего класса, на укрепление коммунистического движения. И здесь надо понимать, что борьба, та же зарплата в 200 тысяч, порученная в борьбе, порученная в забастовочной борьбе, это совсем не то, что зарплата, где вот висит какое-то объявление, и тем более это совсем не то, что зарплата там как-то подкармливают профсоюзных лидеров. Это сплошь и рядом бывает, что кроме зарплаты в профсоюзе, профсоюзные лидеры получают еще в конверте чего-то от работодателя. Это совсем другое. Зарплата, выбитая в борьбе, это результат борьбы, это укрепление этой борьбы, это вывод борьбы на качественно новый уровень. И что касается вот отношений, нашей позиции в борьбе двух, скажем так, сейчас видно, что в мире сформировались два блока. Это блок империалистический во главе с Соединенными Штатами, ну и блок ему противостоящий, куда вошли и капиталистическая Россия, и Китай, находящий в переходном периоде, и социалистическая Северная Корея. И тут вот, мне кажется, такая позиция, что вот это две группы империалистов грызутся, и нам надо в этой грызне не участвовать, а валить свое правительство. И даже вот тут было в одной дискуссии, что какая разница, если придут американцы, ну я буду на американском заводе работать, это самое, какая разница, где зарплату получать. Мы все равно будем вести революционную борьбу и все такое. Если американцы ведут, не войдут, не будет никакой революционной борьбы. Здесь кладбище будет, а не революционная борьба. Вот это надо понимать. И, соответственно, здесь вот надо эту позицию тоже, мне кажется, определять. Ну, а так, спасибо большое Виктору Ивановичу за то, что он многое рассказал. Очень много. У меня коротко. Да. Борис Николаевич, спасибо за похвалу. Но для меня вообще важнее вопросы, замечания критические, они важнее, поскольку они дают пищу для дальнейшего
сказать, более тщательное углубление вопросов, да. Тем более, значит, тема не случайная, поскольку в коммунистическом движении наших вот в Европе соседей, даже те люди, которые прочитали империализм как высшую стадию капитализма, ну, дают такой, мягко говоря, спорный анализ. Вот Виктор Аркадьевич дал прочитать книгу Штефана Энгеля. И получается у наших вроде товарищей, собратьев по борьбе, что на сегодня 80% стран мира, по населению, если брать, являются империалистическими. Помимо того, Китай является империалистической страной, СССР вообще была социал-империалистической страной. Это говорит о том, что, конечно, вопрос надо нам разрабатывать, иначе мы можем окончательно запутаться и пойти не в ту сторону. А так я благодарю за внимание. Спасибо. Вы хотели объявление сделать, пожалуйста. Да. Товарищ, как бы вас не закрыли? Да, вот, иди сюда. Да. Микрофон. Там не слышно и не видно. Хорошо. Мы с вами приближаемся к реальной работе в рамках президентских выборов. Вот. Завтра у нас в городе проходит отчетно-выборная конференция клуба избирателей гражданин, клуб межрегиональный город и область. Вот если кто-то заинтересован, может прийти, приглашаем. У нас будет помимо отчетной работы планы, и в том числе будет наш кандидат к кандидату президента Лисицына Наталья Сергеевна. Адрес, время. Вот. Ну, завтра в 18 часов это муниципальное образование Автово, метро Автово, вот. А там пройти буквально, ну, скажем так, около полкилометра. Вот. С метро выходишь направо. Номер дома. Вот, это Краснопутиловская, по-моему, 22, у меня здесь записано есть. Вот, но мы обычно ходим, вот с метро выходим направо, через дом проходим за станцией метро, направо опять, сквозной проезд, да, Маринеску, ходим в подарку Маринеску и по диагонали идем в угол. Там находится муниципальное образование Автово. Вот там будет проходить. Но если какие-то подробности кого-то интересуют, я готов ответить отдельно, чтобы не задерживать всех других. Спасибо. Так. Ну и последнее слово все-таки остается за ведущим. Следующая идея у нас, следующая лекция у нас называется «Коммунистическая идея в условиях буржуазной реакции», а прочтет ее член общественного совета открытого творческого проекта «Красное телевидение» товарищ Пронин В.В. Он директор Красного университета. Он же ректор Красного университета, да. Немаловажный, да. Он же руководитель группы «Третий фронт». Да.